Елена, а у меня саркома лучной железы. Начала автономить, что-то тяжело дается, тянет к еде. 2 года назад я вылечила ревматоидный артрит на сыроедении. Да, про ревматоидный артрит у меня... Я во вторник проводила эфир на своем аккаунте в Инстаграм. Можете, кому интересно, посмотреть. А также про молочную железу. У нас сегодня тоже был такой небольшой эфир в закрытом клубе. То есть у нас Мариночка делилась своим опытом, как она победила рак, как ей помогала в этом семья. Вот. И что для нее стало сыроедение. Вот это тоже у нас в закрытом клубе сегодня был эфир в нем.